Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный, всеми любимый суп, солянку. Для этого нам понадобится соленые огурчики, несколько видов колбасы, можно копченую, любую, какую вы любите, оливки или маслины, томат или томатный сок. У меня уже отваренные куриные ножки, бульон уже готов, зелень, лук и морковь. Куриные ножки у меня варились 40 минут в подсоленной воде с лавровым листиком. Соответственно, у меня бульон уже готов. Сперва нарежем лук кубиками, морковь натрем на крупной терке. Пока морковка с луком обжариваются, нарежем огурчики соленые. Теперь закидываем в сковороду огурчики. Хорошо перемешаем. Далее нарежем колбаску. Режете, как вам нравится. Посыпаем наши колбаски. Перемешиваем. Нарежем оливки. Посыпаем оливки. Теперь я залью сюда томатный сок. И пусть так оно потушится минут 5-7. Теперь мы должны будем очистить шкуру с мяса и вынуть все кости. Очищаем мясо от костей. Будем нарезать его. Можно порвать на волокна. Мясо сняли с кости. Теперь будем нарезать. Добавляем сюда мясо нарезанное, перемешиваем и добавляем сюда пару половников бульона. Еще минут 5 может потушиться. Пока овощи с колбасками тушатся, приготовим зелень. Все, 10 минут прошло, высыпаем зелень. У меня укроп и петрушка. Накрываем крышкой, даем закипеть. Выключаем, наш суп готов. Даем ему настояться минут 15-20. Ну, смотрите, какой красивый суп получился. Можно поперчить, добавить дольку лимона, несколько оливок, немного зелени. Приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!